Здравствуйте, уважаемые любители бильярда. У микрофона Сергей Бауров и мой коллега Станислав Шумский. Добрый вечер. Сегодня мы прокомментируем встречу двух знаменитых игроков, которые будут играть в такую игру, как «Шведка». Значит, у стола Евгений Сталев и Руслан Чинахов. Играют коммерческую встречу, 5 обязательных партий. Куш каждой партии – это $2000. Да, куш не маленький, переговоры шли на протяжении 2 дней, и вот сегодня состоялась эта игра. Впервые, хочется сказать, встречаются между собой игроки в рамках коммерческой встречи, да и я думаю, что на турнирах они не пересекались никогда. Также хочется сказать, что Евгений только-только прилетел из Америки, соответственно, никакого наигрыша у него не было. Да, если вы следите за новостями на нашей странице, то, наверное, в курсе того, что Евгений недавно обыграл сильнейшего киприотского пулиста. И к игре в русский бильярд, я думаю, он был не совсем готов в этот момент. Но, тем не менее, встреча обещает быть очень яркой, очень интересной. И Руслан, и Евгений являются профессионалами экстра-класса, я думаю, это не обсуждается даже. Да, и несколько слов о правилах этой игры. Играются только чужие шары, только по заказу. Заказ не строгий, заказывается лишь шар и луза. Вот мы сейчас видим ситуацию, когда Евгений атаковал по отыгрышу чужого шара через все поле, а биток пытался зарыть в остатки пирамиды. Руслан заказывает шаром в угловую лузу. Хотя, на первый взгляд, трудно вообще сказать, что что-то может играться в этой позиции. Атака такая неуверенная, но шар падает. Тем не менее, шар сыгрывается также по отыгрышу. Руслан, естественно, не рисковал в этой ситуации. Вот, но шар положит себя на полку. Игра является очень позиционной, очень интересной. Мы с вами за все это время пронаблюдаем большое количество отыгрышей. Я бы даже сказал, бесчисленное количество отыгрышей, и многие шары будут сыгрываться непосредственно не с прямой атакующей позиции, а лишь только с отыгрыша. Будут преобладать такие удары, как дуплеты, триплеты от двух, от трех портов. Шаром. Шаром. Также чужие шары по очень большой тонким резке. Да. Вот. И в этой игре может... В принципе, мы можем увидеть весь арсенал знаний о геометрии стола, тактики, стратегии. Игра является кладки. Очень сложной, именно с точки зрения понимания. Мы с вами в этом убедимся. Кому бы ты отдал предпочтение, Сергей? Да что говорить, играют 2 чемпиона мира. Руслан Чинахов является чемпионом мира по пулу среди юниоров. Единственный в России, между прочим. Единственный в России, да. И успешно совмещает игру в русский бильярд с пулом. Я думаю, что пул ему очень многое дал для русского. Хочется прерваться и сказать, потрясающий удар Евгений делает Сталев. Биток вот. Очень близко к угловой лузе останавливается. Чуть было, он не уронил свой. Также хочется сказать, что за падение своего шара в лузу карается штрафом. То есть... Ход переходит к сопернику, играется любой чужой шар из дома. Из дома играется. Также была договоренность, что... Вылетевший чужой не штраф. Да, во-первых, вылетевший чужой не штраф, а также имеется такое понятие, как зона лузы. То есть это тогда, когда шар можно сыграть, накатить до лузы, если он останется... В районе двух диаметров шара. В районе двух диаметров шаров, да. В лузе, то удар засчитывается как правильным. И не штрафуется. И не штрафуется, да. Играют по старым правилам, то есть для выполнения правильного удара необходимо либо на одной половине сделать 2 борта, либо просто до или после соударения перекатить середину. То есть нет обязательного правила перекат-борт, борт-перекат. Каждый шар заказывается, мы тут видим даже более-менее очевидные прямые шары. Да, также заказываются и неочевидные шары совершенно, мы будем видеть такие удары. Ну вот небольшая ошибка Евгения, и возможно последует атака Руслана в угловую лузу. Он довольно уверенно сыгрывает подобные шары.
Смотрит резко Руслан. Удар ответственный. Руслан Чернахов, в принципе, натренирован. Практически каждый день он играет. Не то, что тренируется, но какие-то игры у него есть. За русским столом. Уверенно сыгрывает. Шар в лузе. Да. И повел уже 2-0. Не предусматривал Руслан какого-либо здесь выхода, либо по отыгрышу, просто уверенно сыграл. Да, играл в уверенное забитие, и вот мы видим, возможно, проходит шар в угол. Но нужно сомневается Руслан. Со всех сторон обойти, да, и убедиться. Ну, стоит заметить, что есть альтернативная возможность атаковать центральную лузу. Да, чуть очень большая, сложного шара. Очень большая резка. Но для пулиста такого класса, как Руслан, я думаю, резко не имеет значения. Он их прекрасно видит, прекрасно понимает. Но все равно рисковать не будет играть чисто на забитие. Если и будет атаковать среднюю лузу, то, скорее всего, от короткого борта возвращать к себе будет. Скорее всего, отыграется, конечно. Проверяет, проходит ли шар, но очень большие сомнения. Да, играя со Сталевым, конечно, понимаешь цену ошибки и... Особенно, когда это столь высокий куш. Да, и куш, соответственно, и ответственность очень высокая. Вот, конечно, понимаю, что ошибаться и какие-то неоправданные риски здесь совершенно неуместны. Заказывает шар-центр. Как мы прогнозировали. Да. На тихом ударе сыгрывает. Успешно сыгрывает, также успешно отыгрывается. 3-0 ведет Руслан Чернахов. Это очень хороший отрыв в эту игру. Здесь да, каждый... за очень короткое время такой да. отрыв получился. Здесь каждый шар, конечно, имеет огромную ценность. Вот. И, соответственно, 3-0 вести – это большое преимущество. Мы наблюдаем сейчас такую классическую позицию на столе, когда биток на одной половине, а все прицельные шары располагаются на другой. Это наиболее неудобная позиция для соперника. Да, да и правильно, в принципе, рассчитанная стратегия. Тогда, когда шары разведены, и отыгрыш через все поле, естественно, затруднительно. Вот он вынуждает, естественно, Евгения сделать весьма пассивный отыгрыш, не затруднив Руслану продолжение, да, продолжение или позиционной игры. Другие удары. Опять разводит Руслан шары. Но Евгений усмотрел возможность атаковать в угол. Заказывает. Шаром заказывал Евгений. Да, ну весьма неочевидный шар и скорее... Ну, как говорится, на всякий случай. На всякий случай именно заказывал Евгений, да. Нет-нет, конечно, такие шары падать будут. Ну, чему свидетельствовал и самый первый шар Руслана, совершенно неочевидный удар. Третьим шаром. Ну, потом вот суть шведки, да, сыгрывать все возможные чужие шары по отыгрышу. Оба этих игрока прекрасно умеют сыгрывать чужие шары. И, конечно же, этому способствовало очень много времени проведения за полуским столом. Да, и Евгений, и Руслан, они оба прекрасные пулисты. Также хочется сказать, что Руслан очень здорово вообще за последнее время подтянул игру в русский бильярд. Этому, конечно, способствовало, наверное, десяток встреч с Дианой Мироновой. Он очень достаточно много сыграл. Я думаю, видели записи его игр с Дианой. Он, как он сам признавался, он многому у нее научился. Соответственно, конечно, такой опыт для Дианы не это остался. Был обоюдный опыт, я думаю. Да, безусловно, конечно. Вот Руслану очень приятно и нравится играть с Дианой. И сейчас, раньше это были коммерческие встречи, сейчас это больше тренировочные. Тренировочные, дружеские встречи. Весьма такая неудобная позиция шаров на столе. Нужно рассмотреть все возможные варианты, чтобы не подставиться, не отдать позицию. Небольшая ошибка в исполнении Руслана, но игра заступается, и от губы шар отыгрывается в довольно удачную зону.
Безнаказанно. В принципе, отделается здесь Руслан. Ну и очередь Евгения задуматься, как продолжить. Да, и для Жени здесь не очень удобная позиция. Возможно, тонко два борта к себе от двух шаров или длинного. Да, если проходит, то, конечно. Да, идеально собрал Женя. Ну, хотя насколько идеально сейчас расскажет нам, позиция, да, расскажет нам об этом Руслан Чинахов. Наблюдается довольно такой игровой шар в угловую лузу через все поле. Шар на игре, но шар совершенно непростой, и последствия могут быть самыми быть непредсказуемыми. А учитывая то, что Руслан четко и точно понимает, с кем он играет и почем он играет, конечно, он сейчас будет сопоставлять весь риск. Все риски возможные, да, и положительные эффекты от сыгрывания этого шара. Но тем не менее, не играть он его не может. Не дорезает немного. Ну, посмотрим, как сложится. Случайные шары здесь не считаются, хочется еще раз напомнить. Вот, поэтому... Если шар падает без заказа, то он вынимается из лузы и ставится на точку. Да, автоматически переходит удар к сопернику. Да. Наверное, сейчас Евгений в очередной раз сетует на везение Руслана, что после его броска ничего не осталось на атаке. Но тем не менее, он понимает, что это бильярд, шары круглые, может быть, все что угодно. Да. Много раз он отмечал, что именно такие ситуации часто встречаются в русском бильярде. Да. Прилепляет биток к борту, дабы исключить возможность какой-либо там оттяжки. Да, и прицельные атаки по лузе. Прицельные атаки, хорошего отыгрыша, но у Руслана есть возможность перевести на дальнюю половину. Да. Скорее всего, попытается Женя убрать эти два шара из зоны, оставив при этом биток на этой же половине. Довольно сложно, мне кажется, будет, но прекрасно справляется. Да, возможно, еще и последовал заказ шаром в угол. Я думаю, что Женя не упустит возможность из любой позиции заказать атаку. Да, получилось очень неплохо. Биток стоит близко к борту и затрудняя оттяжку. В центральный шар не играется. Играет в угол. Нужно, да, только дозированно оттянуть и вывести прицельный шар из зоны. Справляется Руслан прекрасно. Прекрасно справляется, наигрывая чужого шара в зону центральных луз. Пассивный отыгрыш в исполнении Евгения. Да, не очень много было возможностей у Жени. Чужие шары группируются, а биток плотно ставится на короткий борт. Опять попытается Руслан, скорее всего, перевести на другую зону. Если есть такая возможность, но нет, скорее возвращает, всего, возвращает к себе или на середину короткого. На середину короткого, наверное, даже более предпочтительный вариант в этой игре, потому что исключает возможность падения битка в лузу и более усложняет позицию для соперника. Ну, это первое. Но из этого положения очень легко перевести шары. То, собственно, что делает это, да, сейчас и делает Евгений. Евгений Сталев практически не рискует на протяжении всей встречи, играет достаточно оборонительно. Довольно-таки ровно, да, без бросков. Но вот последовала ошибка Руслана, и мне кажется, чужой шар будет резаться в середину. Да, конечно, резко несложная, плюс... Ну, единственное, что тянется. Да, неудобное положение, и плюс еще можно подбить своим чужого. Он перерезает немножко Женю. Но подбой совершается, да. Подбой сделал, но и он безопасно. Не особо успешен. Мы видим прямую пару в середину, и просматривает ее Руслан, скорее всего, будет атаковать. Последует ли выход? Нет, конечно, нет. Шар совершенно не, ну, очевидный, но не стопроцентный. Не гарантированный, да? Да, поэтому как бы Руслан надежно спрятал своего. Незавидная позиция. Совершенно незавидная. Он же, наверное, пожалел, что забил. Но справляется.
разводит шары по разным половинам стола. И Евгений опять заказывает шаром в угол. Конечно, при всей ненаигранности... Я напрямую играл. При всей ненаигранности Сталева, конечно, наблюдается очень высокий класс. Потрясающее чувство шара. Потрясающее чувство размера удара. И великолепное понимание своей сложной игры. Да, а ведь он только практически на днях спустился с трапа самолета, приехал из Америки, вот, где совершенно у него не было возможности играть в русский бильярд. Но мне кажется, да, более 20 лет, проведенные у стола, не мешают Евгению всегда находиться в хорошей форме. Да. И здесь он всего лишь там 10-15 минут размялся и начал играть. Как думаешь, Сергей, кто первый ошибется в этой позиции? Ну, трудно сказать, но опять же, хочется вернуться к тому, что Сталев является какой-то кладезью знаний именно по оборонительной позиционной игре. Таким носителем идеи вот именно оборонительного, да. Бильярда такого. Поэтому, конечно же, он сейчас создает определенные сети, в которых пытается заманить Руслана. Да, Руслан, тем не менее, продолжает заказывать. Будет играть что-то, сыгрывать будет по отыгрышу. Потому что очевидного ничего нет. Просматривает траектории шаров, внимательно готовится к удару. Очень ответственно подходит к игре Руслан. Чужого в угол пытался сыграть. Немного не дорезал. Ну, сложный удар все-таки через большое расстояние, очень много сукна, как говорится. И вот, наверное, первый случай, когда Евгений может наказать Руслана за бросок. Просматривается чужой в угол, он проходит. Будет придерживать своего Евгений. Да, да, именно так и происходит. Не распускает его. И, по-моему, есть продолжение. Как налево, так и направо. Налево, наверное, придется тянуться. Посмотрим, какое решение примет Евгений. По большой резкой режет Женя. Но, видимо, видит, что свой, наверное, пройдет безопасно. Да нет, уверенно играл. Играл, наверное, на забитие. Вот как раз в тот момент, когда падает случайный шар. Этот шар не будет засчитан, он выставляется на точку, и ход переходит к Руслану. Наверное, даже в некотором роде Евгению повезло, что этот шар упал. Если бы он остался в лузе, было бы куда хуже. Ну, конечно. Четыре-один ведет Руслан Чинахов. И заказывает от борта в центр. Даже от двух бортов в центр. Неплохо рассчитал удар и пристроил и чужого, и своего. Также отыгрывается Женя уже без заказа. Оставляя биток плотно на коротком борту, усложняя ситуацию Руслану. Немного удовольствия испытывают соперники Жени, играя с ним в игры одним шаром. Как говорится, всю жизнь на коротком. Всю жизнь на коротком, и иногда они получают от него шары, казалось бы, из самых невероятных ситуациях. Достойно, по-моему, выпутывается Руслан из сложившейся ситуации. Надо дать должное уровню Руслана, как будто все-таки чемпион мира и человек, конечно, очень высокого класса. Высокого понимания. Высокого понимания. Да и к тому же игра со Сталевым мотивирует. Заставляет его выкладываться на полную катушку. Евгений неоднократно отмечал, что соперники с ним никогда не играют в свою игру. Играют либо значительно хуже, либо на очень высоком уровне. Да, либо как раз вот... Выше своих сил. Превосходя все даже собственные ожидания. Чужой в угол был заказан. Такой призрачный заказ. И тем не менее, свой надежно спрятан. Никакой атаки для Руслана здесь нет. Последует отыгрыш.
Ну, вот, однако, смотрит резко в угол, ну, ну по отыгрышу, да. Почему бы ее не заказать, раз все равно шар пойдет в ту сторону, свой он будет. Шара этого имеется, да. Свой он будет прятать, скорее всего, к себе туда же. Поэтому... отыгрываясь, и если вдруг ненароком упадет все-таки чужой подобный, да, очень конечно, близко мы видим. Придется поставить его опять на точку, и ход придет к сопернику. Несложно заказать. Немного не угадывает с размером и выкатывает тонкий чужой на центр для Евгения. Играет его, но чуть-чуть перерезает. Неоднократно сетовал Евгений на строгость средней лузы, средних луз. Стол не дармовой, это надо отметить. Да, стол, в принципе, спортивных таких вот стандартов, если можно так сказать. Угловая луза 72. Угловая луза 72, 80, 81 средняя луза. Но... играет Руслан с шара в центр и вот, на мой взгляд, ошибается. Вот это, если проходит шар в середину, естественно, Женя будет играть и может зацепиться за... неплохую серию. От короткого и прослеживается выход на центральные шары. Смотрит резко внимательно. А все мы знаем, что в открытой позиции Женя может разыграть очень неплохо позицию. Собрать достаточно много шаров. Небольшой левый винтик, чтобы притормозить. Да, придержал его. Не раскрутил, придержал его именно там. Ну вот что и следовало ожидать, выход на центральные шары. Последует маленькая оттяжка. Устраняет какие-то соринки на столе, просит зрителей не мешать ему прицеливаться, не находиться в зоне видимости удара. Достаточно уверенно сыграл. Да, уже, и эта оттяжка такая активная получилась. Прекрасный выход. Ну, наверное, продолжение такое сложное здесь, в этой позиции. Ну, чужой направо стоит, по большой резке. Немножко перетягивает Женя. Да, остановись он буквально на 20 сантиметров раньше, и атака была более бы уверена сейчас. Ну, в принципе. Да и сейчас можем забить этого шара. Ошибается. Да, чуть-чуть перерезал. Хотелось бы отметить, что данная встреча вызвала большой интерес среди посетителей клуба, среди зрителей. Мы видим, что большое количество народа наблюдает за игрой Евгения с Русланом. Да, позакрывали столы, купили попкорн и колы. С удовольствием наблюдают встречу двух прославленных игроков. Двух величайших, я бы сказал, игроков. Уверенно сыгрывает Руслан сложного шара по резке. Ну, для пулиста, я думаю, это не совсем сложная, конечно, резка. Да, но тем не менее не распускает свой. Контролировал. Да. Отыгрыш. А двух бортов возвращает к себе. Этот отыгрыш мы наблюдаем в процессе всей встречи. Евгений, наверное, поступит таким же образом. Да, и еще прослеживается возможность сыгрывания тонкого чужого. Немного проще, на первый взгляд, в принципе, отыгрываться в шведку, нежели в московскую пирамиду. Ну, как бы, да, избегаешь ситуации, когда можешь отдать сопернику своего. Ну да, вообще об этом не задумываешься. То есть, Сергей, ты думаешь, что отыгрыш сибирку и шведку очень похожи, да? Ну, есть небольшая разница, есть, но, конечно же, в ту же сибирку ребята бы более прицельно играли бы по отыгрышу своего шара. А здесь, наоборот, играют прицельно, но только для того, чтобы не забить свой. Мы видим, что сторож хоть угловой луз сейчас, да. Поэтому очень часто не докатывают до борта. Либо играют совершенно под той геометрией стола, который исключает возможность падения битка. Отыгрываются игроки. Сторож по-прежнему находится в районе угловой лузы и... малейшая ошибка приведет к забитию этого шара. Шаром, да, заказ прозвучал? Да. Ну,
достаточно шаблонная позиция сейчас на столе, но хотя вот в безобидной ситуации ошибается Руслан. И, в принципе, ошибкой-то это назвать особо нельзя. Ну как же, чужой середина, режется. Да. Чужой далеко не простой шар, но его можно сыграть по отыгрышу. А в этой игре, конечно, каждый шар имеет очень большое значение. Не такая длинная дистанция, 8 шаров всего. И не так просто догнать соперника по таким правилам. 5-4 ведет Руслан Чинахов по шарам. У стола он же. Непростая задача отыграться в этой позиции. Совершенно. Два сторожа в середину. Нет возможности оставить шар на дальней половине, необходимо возвращать к себе. Я думаю, что Руслан продумает сейчас все возможные ситуации. Да, играет возврат. Хорошо справляется. Думаю, что Женя вернется к себе, а нет. Заказывает тонкого чужого. А, нет, играет шаром. Шаром дуплет. Шаром играет. Очень неочевидный такой заказ. Да, в этом сказывается опыт. Опыт Евгения, конечно, при любой возможности он... Даже сам же призрачный шар, он пытается заказать и сыграть результативно. Да. Да, перед ударом мы с тобой продумали там 2-3 ситуации. Ну, абсолютно не угадали их, да. Да, но Женя продумал вариант, который не показался нам совершенно очевидным. Нет возможности провести у Руслана сюда же. Уточняется заказ, по-моему, это будет от шара чужого. А я думаю, да, я думаю, что именно по той причине, потому что лишь только в этом месте нет возможности сыграть по лузе шара. Потому что откуда угодно, куда ни приведи. С дальней половины, да, есть всегда атака в середину. А здесь геометрия не проходит, то есть вернуть сюда шар практически не представляется возможности. Руслан выбирает все-таки достаточно опасную атаку. Играть будет свояком чужого. От шара, да. От шара. В этой игре нет возможности заказать на две лузы. То есть он не может заказать чужого в угол налево и своим чужого в среднюю. Заказывать нужно одного шара. Чуть-чуть не дорезает. Но опять, можно ли назвать это ошибкой? Но опять, да, чужой в угол что-то направо не проходит. Чужой в среднюю. Конечно, переводит, конечно, Евгений даже не атакует. Конечно же, Женя лучше будет отковать какого-то надежного чужого, но с продолжением, нежели какого-то сомнительного одиночного шара. Но с вероятностью отдать позицию соперника. Да-да-да, это не в стиле и не в правилах Евгения. Продолжает он такую удушающую стратегию в своих отыгрышах. Сейчас вернет к себе. Думаю, это хорошее место здесь для своего шара. Обратите внимание, насколько быстро Евгений подходит к удару. Такое ощущение, что он читает дальнейшие действия соперника просто наперед. Немножечко уверенно себя чувствует Женя. Чуть более уверен, чем Руслан. Чуть более уверен, да. Руслан все-таки немножко напряженно. Напряженно, очень ответственно, я хочу сказать. Вот. Хорошая проводка. Евгений, насколько я помню, являлся многократным победителем различных турниров, проводимых по шведке, в частности, Рамзаном Кадыровым. Да, самый первый турнир он выиграл. И следующий турнир он выиграл. Шведка – это наиболее для него предпочтительная игра, и он достаточно уверенно в нее чувствует. Поэтому я, в принципе, и согласился сыграть с Русланом, хотя очень прекрасно понимает, что это за игрок, что он из себя представляет. Да, и в какой хорошей форме находится в данный момент. Да. Хотя вот Женю это не особо интересовало. Но он всегда уверен в себе, поэтому играет с шарами, скорее всего, нежели с партнером. Да, позиционно Женю переиграть практически невозможно. Особенно если есть эта мотивация хорошая. Я думаю, подобный куш – это хорошая мотивация для обоих игроков.
по-моему, слегка толсто попадает Руслан. Да. Все-таки он здесь больше атаковал, нежели отыгрывался. Ну вот мы видим, вроде как есть прямой чужой в угол. Угол направо, да? Да, угол направо, да. Чуть больше, чем через полстола. Но это не в стиле Сталева, он не будет играть от шара. Надежный отыгрыш. Два борта к себе. Вот залог успеха. Мне показалось, что Руслан не удержится и будет атаковать. Но тем не менее, все-таки, возможно, нет, учится по ходу у Жени. А у Жени можно научиться и поучиться очень многому, да. Очень многому и любому игроку. Попытка наиграть чужого поближе к лузе и примазать его двумя другими шарами. Я думаю, что возможно, что в следующих каких-то видео таких играх, где будет принимать участие Евгений Сталев, мы постараемся попросить его вместе с нами прокомментировать игру. Да, мне кажется, было бы интересно вам послушать именно его мысли. Мы понимаем по-своему. Вполне возможно, что это может радикальным образом отличаться от мысли Евгения. Мы неоднократно убеждались в том, что, безусловно, его понимание выше нашего. Мы как-то лет 10 назад с Арманом Баклачаном попытались предугадывать действия Сталева на каком-то турнире. И насколько успешны были ваши прогнозы? Ну, успешны, в принципе, были процентов, наверное, на 70. В принципе, все предугадывали. Но вот те 30%, которые находили решение там Сталев, конечно, поражало нас. Поражало, да? Неординарность в своей мысли бильярдной. То есть мысли здесь расходились. Ладно, у меня, но у Армана. Даже у Армана. Евгений всегда показывает очень неординарную, очень яркую игру, и за именно поэтому его любят смотреть. Ошибается Руслан. Хотел провести между шарами. И есть, в принципе, довольно неплохая атака в центральную лузу. Вот, казалось бы, в шведку это уже неплохая атака. Допустим, в ту же американку, если бы, да, или там в Сибирку, да. То есть это вообще никакая атака. Да, но вот в такие игры, конечно, даже такого уровня сложности шары необходимо тщательно целиться, готовиться к ним и желательно сыгрывать их по отыгрышу. Ну, да, здесь именно несколько иной рисунок ведения игры, отличающийся от остальных игр. Может быть, чем-то схоже с пирамидой? Как думаешь, Сергей? Да, конечно. Здесь каждый шар, конечно, очень тяжело найти, очень тяжело заработать. Когда играют особенно два суперпрофессионала, конечно, никто подставляться не будет. И здесь, да, с потрясающим контролем битка. Здесь только нужно постараться переиграть в отыгрыше, зацепиться за ошибку партнера и сделать... Стараться сделать серию. Да. Вот мы видим, ошибается сейчас Руслан и оставляет, в принципе, неплохой шар для Евгения. По-моему, смотрит продолжение. Конечно, шар в среднюю не сложен, поэтому Женя думает о том, как развить свою серию, да? Возможно, закончить здесь. Заужающий винт и попытка подбоя прицельного шара ближе к центральной зоне. Но есть у нас неплохая атака в угол через все поле. Даже есть у него план Б, чужой в угол, с держанием своего. Очень уверенно сыгрывает Евгений. В очередной раз убеждая нас, что складка у него все в порядке. Я думаю, что он кладет уже чисто на каком-то молекулярном уровне. Подсознательно. Потому что я точно знаю, что он не готовился. Ни к этой встрече, ни вообще не играл на русском бильярде. Последний. У него не было возможности, я думаю. Месяцев 6. Но тем не менее, это Сталев. Многие годы, проведенные ему у стола, все-таки сказываются. И всегда Евгений находится
не, хоть не в самой своей лучшей форме, но достаточной для достойного сопротивления любому сопернику. Любому, не любому, но по ту сторону стола чемпион мира. И расслабляться здесь, конечно, нельзя. Хорошо распределяет шары вдоль длинного борта, но, на мой взгляд, есть атака для Руслана. Такие раз шары... позволяет сыграть Руслану. Но, опять же, по отыгрышу старается сыграть. Не самый простой шар был. Да, вот отличительная черта игры Руслана от Сталева, то, что, конечно, Сталев не позволяет себе подобные удары. Старается выкатать до надежного. Как он очень частенько выражается, необходимо уметь играть шары без несчастья. То есть находить шары по отыгрышу. Лишь только такого рода приемы и удары позволяют показать самый высокий класс игрока. Потому что на таком уровне никто тебя подставлять особо не будет. То есть умение сыграть по отыгрышу является как раз хорошим таким признаком. Высокого и показателем, класса, да? Да, именно высокого класса. Сперва ее Руслан заказал до борта, мне показалось, но сейчас, по-моему, сомневается. Дуплет стоит и в ту, и в эту сторону. Думаю, что Руслан задумался о том... Какой из ударов безопаснее? Да, скорее всего, он понимает, что все-таки результативность забить дуплета невысока. Поэтому он пытается как-то усложнить дальнейшую игру Сталева. И меж тем в очередной раз заказывает триплет. Это уже второй случай за эту партию. Угу. Простой отыгрыш для Евгения. От длинного борта к себе. И отличнейшим образом группирует чужие вдоль короткого. Классическая позиция такая на столе, очень непростая для Руслана. Тонко от чужого возвращает биток к себе. Евгений постарается, наверное, прилепить единственный чужой шар к группе. Группе шаров, но нет, выбирает нет, совершенно решение, да. Совсем. Как раз мы недавно говорили об этом, казалось бы, для нас очевидное решение. Учитывая правила, конечно, простого перекат через середину. Это не было бы каким-то таким сложным для Руслана ударом. Заказан дуплет в середину. Скорее всего, оборотный, да. По-моему, случается легкая контратуша. Да, не проводит своего через все поле, не возвращает к себе Руслан. Ничего, естественно, не подставляет, но тем не менее... Ну, Евгений, простое продолжение, два борта. Да. Ничем не затрудняет Женя отыгрыш. А вот это уже ошибка. Это уже ошибка серьезная. Немного толще попадает Руслан, чем хочет. Да, и прицельный шар становится прям в самый створ лузы. Забивает Евгений. На мой взгляд, немного поспешно он сыграл. Явно попал не так, как он хотел. Не думаю, что Женя хотел просто забить шар и сесть, но он размышлял о дальнейшем продолжении. Очень хороший удар оборотник сейчас исполнял Евгений. Мне это напомнило один из его трюковых ударов. По-моему, в пятой части. В пятой части, непростых ударов был исполнен подобный. Всегда можете посмотреть эти части на нашей публичной странице ВКонтакте. Дуплет Руслана очень близко. Для дуплиста игра дуплета, в принципе, это такое достаточно обыденное дело. Насколько я знаю, у них даже есть разновидность пула, это только бортовой пул, только шары от борта сыгрываются. Причем я знаю, Женя очень неплохо играет в эту игру, именно в разновидность вот этой плоской игры дуплеты. Я думаю, хорошо их понимает. Не так много разновидностей существует лузного бильярда, в который Евгений играет на низком уровне. Во все игры он, в принципе, наигрывал. В эту игру заказывается дуплеты не просто от борта, то есть... В дальнейшем в этой встрече будут заказываться дуплеты от четырех бортов.
неоднократно от трех бортов. Игроки стараются реализовать все представляемые возможности на столе. Вот сейчас тонкий чужой в угол и... Тонкий чужой с возвратом своего, конечно. Все сыграется по лузе, но очень аккуратно. Евгений не упустил возможности, да, попробовать сыграть его. И аналогичная ситуация ставит для Руслана. Тонкий чужой и возврат битка к себе. Очень близко. Да, очень много вращений левого дал Руслан. И, конечно, просто отдать должное технике вообще обоих игроков. Все удары, конечно, идеально выверены. Рука филигранно. Ходит, да, идеально ровно. Даже при нанесении сильного вращения. То есть кий не изменяет своей траектории, что очень важно. Да, сохраняет поступательное прямолинейное движение. Все в окружении сейчас испытывают неподдельное удовольствие от игры этих двух игроков. Игра получается очень качественной и по отыгрышу, и по атаке. Достаточно нечасто можно увидеть подобные игры. С участием игроков подобного высокого уровня. Да, особенно когда понимаешь, что игроки не просто так показывают тренировочную игру, а именно выкладываются, потому что на кону стоит, достаточно для кого-то неплохие средства. Тонко отыгрывается Руслан. Очень хорошая позиция на столе. Для него. И не столь хороший для Евгения. Но он перекатывает просто. Просто перекатывает, не рискует. Достаточно пассивно. Руслан, естественно, проведет к себе. И сгруппирует чужие шары вдоль длинного. Да, примерно так и происходит. Здесь, наверное, уделялось внимание больше контролю чужих шаров, нежели битка, да? Да, конечно. На мой взгляд, сейчас вообще прослеживался удар оборотнее в угол. Вот, потолще необходимо было сыграть, но, естественно, как бы Жене было виднее. Он хотел сыграть очень тонко, оставить шары на той половине, где они и стоят. А биток отвести на противоположный угол. Атака Руслана, мы видели, он забивал такие шары в этой встрече. Да, он вообще играет неплохо чужие шары. Но, к сожалению, вылетает шар со стола. Не дорезает Руслан чужого. Шар выставляется на точку. Мы уже отмечали, что это не является штрафом. Да, игра переходит к Жене. По отыгрышу в середину чужого. И что, Руслан решится на атаку? Ну, это не очевидная атака, скорее всего, это будет атака по отыгрышу. Да, отличный контроль битка. В принципе, целью Руслана была развести шары. По разным половинам, как мы уже упоминали. По разным половинам, да. Что ему, в принципе, удалось сделать. То же самое делает и Женя. Заказывает оборотного в угол. Очень, да, вот как раз эту же позицию, примерно такую же я имел несколько ходов в виду назад, когда я думал, почему же не сыграл оборотного в угол. Примерно. Когда была некоторая ошибка в его исполнении. Где он попал достаточно тонко. Накатывает на шары. Простой перекат. Заказывает дуплет. Чинахов. Ну и вот, наконец, шар достигает цели. На довольно-таки средней силы удара он забивает шара. Тонкий отыгрыш. Чужие сгруппированы вдоль длинного, биток на другой половине. Многократно наблюдали такие позиции уже в этой игре.
Тут немножечко небрежно играет Женя, конечно. Более в таком так, спокойном, непринужденной, в такой спокойной, непринужденной манере он играет, да? Я имею в виду то, что Руслан, конечно, такие шары щелкает, забивает, как орехи. Здесь, конечно, наверное, сказывается волнение, ответственность, хороший куш, соперник. Ну, некоторые волнения испытывает Руслан при игре с Евгением все-таки. Помню этот момент, так как присутствовал на этой игре. Вот, но смотрел ее лишь только краем глаза, потому что была тренировка. Помню, Женя сказал, говорит, надо играть на Верочку этот шар. То есть играть уверенно, на забитие, не отыгрываться. Но тем не менее, говорит, не имею права. Поэтому... Ну вот мы видим подтверждение, да, твоим словам, Сергей. Да, это слова Евгения были. Вот, я лишь только напомнил. Сыграл по отыгрышу немножечко, он, по-моему, не дорезал шар, но тем не менее сыграл надежно. Шар не на борту играется, но далеко не из приятных. Да, так как биток располагается очень близко к короткому борту, играть через весь стол. Руслан, естественно, будет атаковать, и о каком-либо отыгрыше здесь думать не будет. Потому что... Именно здесь... тот случай, когда отыграться сложнее, чем забить. Да, да и, наверное, здесь, конечно... Руслан полагается на свой опыт, на кладку, на наигранность. Ну, шар сложный. Женя ждет наказания, но не может его дождаться. Счет 7-6 в его пользу, да, ему осталось дождаться лишь одной ошибки соперника и уверенно реализовать ее. Не точен дуплет, но пристроен очень хорошо и свой, и чужой. Думаю, здесь прослеживается два борта угол. Ну да, Руслан стоит именно. Придерживает свой на коротком будет Руслан. В пуле такие удары применяются достаточно часто. Поэтому игроки их играют весьма прицельно. То есть тщательно вычитывают и геометрию, и размер удара. Простой накат выбирает Женя. И под левую руку для Руслана. Но Рос в очередной раз спасает его. Есть возможность дотянуться, и он не усложняет себе жизнь этим. Тонко возвращает к себе. Вряд ли Женя будет играть такого чужого. Ну, однако удар полузил. Не помню этот момент, но тем не менее, конечно, неожиданный для меня удар. Ну что, рискнет Руслан? Ну конечно, конечно, в шарной игре, возможно, Женя лучше и не поставит. Конечно, играть будет, но вопрос как, по отыгрышу, либо уверенно, накладку. Цена ошибки здесь стоит, как мы уже упоминали, $2000. И стоит учесть, что данная партия является первой, и всем, и Руслану, и Евгению, хочется именно зацепиться в начале, в самом... получить некоторые преимущества на старте. Готовится Руслан. Некоторая неуверенность прослеживается в его действиях. Я бы даже сказал, что не неуверенность, а, возможно, тщательная подготовка. Вот все правильно он сыграл, хорошо сыграл. Не на обум сыграл, не на кладку сыграл, а именно возвращал свой шар, да, возвращал его в эту же лузу. Достаточно распространенный удар в играх одним шаром. Великолепный отыгрыш в исполнении Евгения. Чужие шары разведены на четверти длинных бортов, а биток на другой половине от них. Есть возможность сыграть тонкого чужого в угол. Здесь есть опасение, что чужой может вернуться и в середину, сыграв чуть-чуть толще. Ну вот, как раз таки. Ошибается Женя. Можно ли считать это ошибкой, да, но да, Руслан есть шанс. Ошибкой это можно считать, и в принципе даже сам Сталев говорил неоднократно, что в принципе нужно просматривать траекторию движения битка. И исключать возможность ударения с губами среднего лузы. Чтобы исключить возможность как раз попадания своим шаром о губу лузы. В
Резать будет Чинахов, скорее всего, будет играть уверенно. Снова ошибается он на такой резке. Несвойственная для него эта ошибка. Наверное, она именно списывается на нервы. Я думаю, что да, конечно. Конечно, на тренировке такие шары. Руслан сыгрывает гораздо результативнее. С очень высокой вероятностью. Заканчивает Евгений красивым ударом по отыгрышу. И еще становится 1-0. 1-0.